Сегодня вы стали свидетелем моего позора. Клумба подкова. Клумба, которая больше всего пострадала от вспышки ложной мучнистой росы в моем саду, которую я купировала двумя обработками препаратом Инфинита. Многие мне писали про разные другие препараты. Спасибо огромное. Предлагались также версии, что вы типа паритесь, с Привикуром Energy побрызгайте. Ребят, Привикур Energy и Инфинита, основное действующее вещество, пропамокарп, он есть и в том, и в другом. То есть это вещество, которое борется с ложной мучнистой росой. Поэтому без разницы, чем я это обрабатывала, Привикуром или Инфинита. Это лирическое отступление. Просто главное, очень много названий разных фунгицидов. Главное это... состав. Да, действующее вещество. Вы смотрите, действующее вещество. Итак, клумба подкова, которая пострадала больше всего, но тем не менее, здесь розы цветут и радуют меня. Первое. Первая красотка полька. Вы знаете, на эту розу были плохие отзывы. Ну, среди моих знакомых. Говорили, капризная вообще такая там... На солнце горит, на дожде мокнет и вообще такая противная. Знаете, ребята, она мне нравится. Хорошая роза. При том, что она... Я ей практически удалила все прошлогодние побеги, потому что они мне вообще не нравились. Она нагнала новые. И она не будет у меня плетистой. Я понимаю, что у меня не юг. Но она мне нравится. Я считаю, что она хорошо цветет. Роза у меня получается третий год, да. Ну, то есть она двухлетка, она еще три сезона не отсидела. Это третий сезон ее. Дальше красавица роза Institut Lumière. Я, наверное... А, нет, я давайте покажу вот кого. Ариш, только не наступи на малышку, которая обрезана. Видишь? Учи. Привет. Да, это которую пришлось обрезать до конца. Розочка плетистая брауни. Роза очень красивая. Очень. Но тоже у меня как-то не очень хорошо перезимовало. То есть, знаете, вот, нет, вопрос не в том, что перезимовало плохо. Они у меня как-то все хорошо перезимовали, но весна, весна, зараза, вот все портит весна. То есть весна, конечно, это радость, это счастье, что она к нам приходит, но тем не менее. Давай, Варюш, ты оттуда, а я отсюда. Давай, Лич. Institut Lumière. Показывала вам, дышала над ней, всяко-разно. Молодые цветочки, старые, отцветшие, поджаренные, в кляре с корочкой, пожалуйста, вот все наблюдаем, смотрим. По поводу аромата. Приятный, легкий аромат. Розочка Мишель Дрюкер. Стоит на голых ногах почти. Красотка, обожаю, люблю. Одну пришлось срезать в ноль, но она уже пошла. Кстати, и это тоже погнала базальные побеги. Вон они. Ну, может быть, они не базальные, но с нижней почки. Надо полить, подкормить. Розочка, которая меня тут цепляет. Кэтис Роуз. Ребят, в прошлом году я показывала, это была вот такая махина. Шапка цветов. Весна. Весна, инфекционный ожог. И мы все начали сначала. Роза Кэтис Роуз. Но, честно признаться, я не жалею, что она в этом году не такая лошадь, потому что в прошлом году она у меня просто выбилась вообще из всех регламентов. Роза цветет маленькими такими цветочками пурпурного цвета. Кстати, тоже можно на второе превью. Дальше. Дальше роза Поэзия. Друзья, это шедевр. Это классика. Роза, которая не оставляет равнодушным почти никого. За счет своей вот этой расцветки, за счет обратного реверса лепестка одного цвета, а отворота лепестка другого цвета. Вот эта объемность, этот цвет, эта лампочка внутри, это поэзия. Это вот, это ее фишка. Ну, фишка многих роз, конечно, но поэзия это что-то фарфоровое прям. Так. Это кто у нас? Это маржалейн. Маржалейн? Маржалейн, да, что-то у меня в этом году-то дурит. Дурит маржалейн. Вообще, вот, ну, это вот должен быть вот такой, только больше цветок. Маржалейн красавчик. Ну, я говорю, что эта клумба, я без претензий к ней, она сильно пострадала.
Розочка Николя Бриансон. Вот такая вот прямо кудряшка-кудряшка, друзья. Барашка. Барашка-барашка, да, барашка-барашка. Слушайте, хорошенькая розуля. Мне тоже, в общем-то, неплохо она перезимовала. А роза Gorgeous, это достаточно яркая роза, но почему-то у меня в этом году она не сильно яркая, прям нет такого, знаете, может из-за того, что жара, потому что осенью она, знаете, такая вообще прям очень сильно сочная. Светится. Да. А, красавица, как ее зовут? Сейчас скажу. Красавица. Нет, сейчас я скажу. Chandas Beauty, вот. Chandas Beauty. Да. На самом деле, вот я вам сейчас ее показываю, Chandas Beauty тоже шедевр, классика, любимая роза многими. И она на самом деле потрясающая. Но вот она же тоже отцветает, правильно? У нее же тоже цветы приходят как бы к стадию, когда они уже вот такие. Вот я хочу, чтобы вы это тоже видели. То есть, ну, это как бы не отговор от розы, а я говорю о том, что любая роза при отцветании имеет, так скажем, определенный вид цветов. Давай. Даю. Я включила. А, да? Да. Продолжаем разговор. Центру композиции, про который я вам тоже говорила. Розочка Лемеш. Лемеш. И розочка Жарден де Франс. Иди сюда, иди. Любовь. Сразу такая перед глазами реклама парфюмерии из Франции. Шикарно смотрятся вместе. Лемеш, Жарден де Франс. Я тоже уже об этом говорила. Сочетание этих цветов, пурпурного и такого кораллового, оно смотрится просто волшебно. Волшебство. На переднем плане первогодка Августа Луиза. Там розочка, забыла, как называется, тоже пересаженная, по сути, первогодка. Очень плохо пересадилась. Первогодка валяется Эшли. Меня заставили. Кто? Колитесь. Я шучу. Нет, просто есть розы, я уже говорила, которые... Ну, я бы, наверное, так, скажем, по своей воле, что прям хочу-хочу, ну, не купила бы. Ну, блин, они такие распиаренные. Ну, почему они у всех есть, а у меня нет? Вот. А, вот, кстати, наверное, больше попадает под Gorgeous второй, но больше в тени. Он такой поярче. А это кто? А это обрезанная розочка тоже, которая совсем почти до самого низа была в ложной мучнице России. Кстати, вторая Кэтис Роуз вот собирается цвести на новых побегах. Ох, сколько гроздей. Да, вот она будет такая прямо шикарная девчуля. Шикарная. Кстати, смотри, дает еще побеги. Еще побеги? Да. Ух ты. Надо подкормить. Надо подкормить. Да, кстати, спрашивают, чем замульчированы розарии. Скошенная трава из газонокосилки, друзья. На другое пока нет возможности. Так, роза Кремоза. Кремоза? Знаете, сейчас я вам скажу. Вот эта роза, я не знаю, она ли это, но я ее как зеницу ока берегу. Она тут дала еще одну почечку. Это роза Мишель Дрюкер Голд. Я так люблю Мишеля Дрюкера, что когда я увидела, что существует роза Мишель Дрюкер Голд, я почему-то, даже не задумываясь, сказала, я хочу. Но, блин, она такая слабая. Она такая слабая. И цветы, конечно, не соответствуют картинке, но я понимаю, что это первые цветы. И, возможно, я зря даю ей цвести, но мне очень хотелось посмотреть на цветы. Я, наверное, ее обрежу. Вот это как раз тот случай, вот это вот тот случай, когда можно розе не давать цвести. То есть вот сейчас я, наверное, ее обрежу. Но мне очень ее хотелось. Я прям... Ну, вот. А что еще вам показать? Вот тоже роза Делия. Она решила полежать. Вы знаете, у меня ее два куста, на самом деле. Второй куст обрезан очень сильно. Сейчас только она собирается наращивать массу. Но это невозможная девка просто. Просто невозможная. А, вообще роза Шрап.
Но она сказала, какого хрена, я хочу быть плетистой. И вот второй год вот такая ерунда. Я, наверное, буду как-то ее пересаживать, потому что здесь у меня не предполагается плетистых роз, она совершенно себя не держит, то есть у нее очень вот такие вот слабые мягкие плети, и она вся паникает. Ты лопату, лопату рядом воткни. Не-не, она молодец, посмотри, сколько бутонов, посмотри, она же чумовая. А пахнет вообще просто волшебно. Если бы у меня еще пальцы не пахли чесноком от курицы. Ой, друзья. Сейчас я вам буду показывать. Это роза Сурир де Перидё. Меня хорошо видно? Отлично. Всю видно. Роза Сурир де Перидё. Шедевр. Шедевр. Еще и французский очень. Угу. Да, рядом с этим. Смотрите, как запеклась. Все стадии. Да. А? Шикарная? Вообще. Вообще. Мне муха в глаз прилетела. Бывает. Ну что ж, друзья, двигаемся кто? Дальше. А кто бы знал бы? Она, короче, здесь случайно, да? Нет, ты понимаешь, я не могу найти бирку. А она осталась на одной ноге. Кто-то упер бирку. Ветер. Наверное, крысы эти земляные, которые мне все сожрали в итоге-то. Не знаю. Не помню, что за роза. Пусть ну, короче, чел, ты здесь да. Это. Все, вырубай. Друзья, история из серии «И сердце биться перестало». Не знаю, как ваше сердце, но мое перестает биться на время, когда я вижу вот такое. Когда я вижу такую розу, когда я вижу такой цвет, когда я вижу такое сочетание. Эта роза называется SOM-2016. Совершенно необыкновенная красоты роза, совершенно необыкновенного цвета. А, тоже в прошлом году она у меня выдала побеги по 1,75 м. В этом году ведет себя скромнее. Я тоже этому очень рада, потому что по заявленным параметрам она не должна быть таких размеров. Она у меня сидит на первом ряду, но у меня первый ряд не должен был быть из бордюрок, то есть он не должен был быть низкий, но меня устраивало 1-1.2 м. Она, конечно, все равно переросла, но меня устраивает все равно. Посадила я ее вместе с розой Хензерштадт Росток, или Росток, меня поправят. Эти две розы, ну, помимо совершенно бомбического сочетания цвета, они еще и почти вместе зацветают, потому что Хензерштадт Росток, он зацветает позже. То есть роза такая немножечко тугодумка. То есть все уже цветут, а она позже зацветает. И сом, кстати, зацветает у меня почему-то вместе с ней. Здесь эта клумба называется кокошник. Она почему называется кокошник? Потому что она менее выгнутая, чем клумба подкова. Вон, если что, подкова. Да. Вот кокошник. Да. Что еще на этой клумбе красиво цветет? На что хочу обратить внимание? Значит, обратить хочу внимание на розу неприметную. На самом деле на нее мало кто обращает внимание. Эта роза называется Кардинал Хьюм. Невеликой красоты же дама, но она как раз тоже тот создает ту массу потрясающую. Здесь еще роза Heavenly Pink и роза Динки. И посмотрите, вот эти вот гроздья. Динки первогодка, Heavenly Pink второгодка, но в ноль вырезана, тоже набрала новые бутоны. И вот посмотрите, вот это вот. Мне всегда... Я же понимаю, что рано или поздно это произойдет. Рано или поздно это будет так, как я это вижу, как я это хочу увидеть. Вот так. Ну, здесь, конечно, мне не подтянуть. Ну, вот так. Марин, как считаешь? Угу. Это как бы три тона. Да. Сочетающихся. Вот понимаешь, вот прямо гроздями. Мне очень нравится. Вот эту розу я тоже показывала. Эта роза называется... Блин, как же она называется-то? Вайсвогель. Вот. Барашка. Да. Это спорт от розы Айсвогель. Но... Я почему-то ожидала что-то такого бомбического, как и Айсфогель, но что-то не получается.
Не знаю, почему. А, здесь уже практически отцвела роза Терра Лимбурджия. Терра Лимбурджия? Да, вот хочу, чтобы вы тоже видели. Вот, конечно, все очень легко снимается. Можно пройти просто вот обшелушить. Ну вот. А вот если что, хороший бутон. Ага. Ну вот эту вот кисть уже можно обрезать. Терра Лимбурджия красавица. А дальше роза. Скажи мне, кто? Букет Парфе. Букет Парфе. А рядом с Букет Парфе красавец Навалис. Навалис — такая пыльно-лавандовая роза необыкновенной красоты. Многие его ругают, говорят, что он там дождь не держит, солнце не держит. Ну, он такой, пока он молодой. Как только станет постарше, все будет окей. А вот. В ножках здесь тоже лаванда. Хочу еще обратить внимание, я показывала в прошлом видео, одна из самых темных роз — это роза Twilight Zone. Конечно, камера врет ее цвет. Да, она делает ее она светлее. Темно-темно-темно-фиолетовая. Эта роза у меня сидит вот здесь, вот два куста. Посмотрите, как отцвела первый куст. Вот, видите? Вот, друзья, не кричите Христом Богом караул, вот это вот. Не кричите, все хорошо. Ну да, может быть, розе чего-то не хватает, но вы никогда не узнаете, чего конкретно. Есть препараты, которые восполняют нехватку микроэлементов, поэтому можно розы цветущие подкормить. Я уже об этом говорила в ролике про подкормку. Здесь роза, которая сидит за ними, на самом деле не первая красавица, но в ней есть какая-то тоже загадка. Называется она... Давай, мам, сдавать экзамен надо. Блин. Поставь на паузу. Простите, я сейчас представляю вам мага, который сейчас вам скажет заклинание. У меня глаза выпали. Что еще раз? Но мне пришлось все-таки полминуты вспоминать. Роза называется Розен Фасцинациум. Сейчас тут огонь, я не знаю, появится солнце второе, я да не знаю. Нормально, чего ты про графин Эльки Цуранцау то же самое говорил, ничего не появилось. Розен Фасцинациум. Попробуйте теперь это в поиске вбить. Челлендж. Ну, вот этот вот ее, она не белая, а она какая-то с таким дыханием тоже розовым. Ну, в общем, такое, не могу сказать, что прямо солитер, но как фон для вот ее... Она будет выше однозначно, она сюда пересажена, поэтому она себя сейчас немножко болеет. Да тут само название может стереть все с земли. Ой, сейчас, подожди. Так, хочу представить вам центр композиции. Это роза... Не кошка. Да. Эта роза называется Эстериаль. Эстериаль, только я не помню, какой год. То ли 2017. Смотрите, вот эта роза редко встречается в садах, но на самом деле она достаточно красивая. И ее преимущество то, что она цветет шапками, так же как и Мадам де Сталь, они немножко даже похожи. Вот Эстериаль, она похожа на Мадам де Сталь, но мне нравится вот этот переход цвета, когда крайние лепестки светлые, а центр розовый. В общем, я на нее все-таки еще возлагаю какие-то надежды. Вот она старенькая, показывает серединку. Тут не показала, но она что-то какая-то не показала, какая-то стала такая, никакая. Ну вот. Вот здесь тоже роза. Сейчас не вспомню, опять ведь не вспомню. Но я, наверное, найду бирку. А может, не найду? Я не найду. Блин. Ну вот как так-то? Скажи мне. Ну, значит, наши подписчики будут сдавать экзамен. Нет! Я должна найти. Она должна быть. Нету. Курфюрстен Софи, вот, я вспомнила. О боже. Да, эта роза называется Курфюрстен Софи. У нее тоже вот такие же небольшие цветочки с розовой серединкой. Курфюрстен Софи. Ну, в общем, что-то меня потянуло в стиле Пьер де Ронсар. Второй куст Навалиса. Здесь клумба, кстати, немножко симметричная. Второй куст Навалиса. Смотрите, какой... Вот такие вот бутоны цвет. И посмотрите, как отцветает. Такая серо-пепельно-лавандовая. Ну, то есть, вот лаванда. Лаванда. Вызывает базу, ответьте. Вообще красота.
серо-пепельно-лавандовая. Такая. И в ней еще бутоны такие розовые сидят. Угу. Еще один Хензештадт росток. Еще одна разваливается сом. Ух ты. Да. Ух. Ну-ка, склонись. Склонись, бесстыдник. Вот так. Так, вот эту вот розочку мне определяли как арифа. Но я не знаю, это роза типа из коробки, не из коробки, но что-то в таком духе. А вот эта вот розочка Каретта Скотт Кинг. Куколка. Первый цветочек был не пойми какой. А вот этот вот вроде бы ничего. Второй кардинал Хью. Смотрите, какой. Ну красавчик же, ну ладно вам, ну чё вы, ну красавчик. Фоновая роза шикарная просто. Не солитера, а именно фоновая. Рапсодия in blue. Обрезана уже и на одной ноге. Ну, на двух, ладно. Надо бы, конечно, еще что-нибудь нарастить. Надо полить девчонок и подкормить. Так, Пьер де Рансар начал гнать новые плети. Не складывается у нас с ним любовь, конечно. Зимует-то он, в общем-то, неплохо, но весной не сохраняет побеги. У меня, конечно, проблемы с инфекционным ожогом. Вот, ребят, может, кто-нибудь знает, как с этой заразой бороться, вот чтобы совсем искоренить. Итак, смотрите. Клумба-кокошник. И в сердце этого кокошника клумба с остинками. Но здесь не только остинки. Здесь есть несколько роз, которые затесались сюда, не только остинки. Ребят, ну знаете, я вам что хочу сказать-то? Ну, в общем, тоже у меня тут это сердце останавливается. Короче, я вот вообще, я схожу с ума. Вот эта вот роза, все, она выгорает, новые набирает, опять свежие выгорает. Эта роза называется The Dark Lady. У нее новые бутоны. Она просто бомба вообще. Она просто роза-пушка. Потрясающая вообще. За обильность цветения, матовая листва, но она такая красавица. The Dark Lady называется. Советую. Да, здесь внизу малышка еще принцесса Александра Кентская. Здесь отцветает, посмотрите, отцветает Бенджамин Бриттон вот так вот. Но тут же гонит новые побеги, открывает новые цветы, новые бутоны. В общем, он вот понимаете, не смотрится это плохо. То есть вот нужно понимать, что есть как бы воображение, не воображение, а картинка, вот картиночка, вот картинка, а есть жизнь, лайф. Вот это лайф, это жизнь. Кстати, на дальнем плане Джудзи Обскюр, роза тоже Остина, гипераромантная, просто супераромантная роза. А вот эта роза не Остина, это розочка... Эпоха Мандадори. Эпоха Мандадори. Прям такого кровавого цвета. Шикарный, да? Вообще. Смотри, у нее почти черные бутоны. Камера не так передает. Да? Да. У меня просто такого прям кровавого цвета, смотри. Блин. А вот тут вот, смотри, вот тут вот, где у тебя? Да. Эпоха Мандадори. Вот такая она. Вот она. Эпоха Мандадори. Чтобы совсем скинуть, когда светлые розы снимаешь, вот сюда нажимаешь. Угу. Вот. А кто-то у меня спрашивал, Светлана, как вы подвязали свои остинки. Ребят, я облажалась. Импровизатор? Дуги поставила крест-накрест, каждую розу подвязала в дугу. Вот туда, видите? То есть у меня каждая роза как бы находится в треугольнике из дуг. Простите. Но нужно учесть то, что остинки, они очень высокие, вырастают, нагоняют свежие побеги. И, естественно, они все равно нужна какая-то вертикаль. В общем, я не знаю, я еще думаю. Значит, смотрите, здесь роза Руаль Даль. Это тоже остинка, но она небольшого размера. У нее вот такие вот чудные цветочки. И она немножко у меня пропала здесь среди высоких роз. Но я надеюсь, что еще вырастет. Ну, она, конечно, не будет такой высокой, но тем не менее. Слушайте, смотрите.
размер цветка. Это прям шапка. Это, по-моему, LD Brat White. Подожди, сейчас я найду. Я вижу. Да? Кто это? Брит Уэйт? А Бенджамин Бриттон. Да? Нет. Брит Уэйт какой-то. Оставь на пол. Обманывают! Совместными усилиями полазив в недрах роз. Там написано Брит Уэйт, а это, оказывается, Брат Уайт какой-то. LD Bright White. LD. Роза Остина. Фуксиевый цвет. Смотрите, размер цветка. Ох, красотка. Как она с Констанс, да? Это роза Констанс. Хороша. Так, ладно, пошли дальше. Так, ну тут что-то у меня, я смотрю, отцвела уже. Это кто, Эвелин? Да, это Эвелин. Да. А, здесь вот тоже интересная роза. Леди оф Шалот, на самом деле, популярнейшая роза Остина. А, вот показываю вам ее отцветшую. Все уже. Вот. Кстати, помните, говорила вам, что розы не делают семенной коробочки, они гибриды. Нету у нее семян. Вот она отцвела, а семян нету. Все. То есть, ну они не в курсе, на самом деле. А вот такая вот Леди оф Шалот. Потрясающей красоты роза. Это тоже роза не Остина, а роза император Карл IV, которая мне пришла в подарок. Я ее посадила сюда, потому что у нее размер цветочка маленький, но форма цветка очень похожа на Остинку. Я подумала, что здесь в этом углу как раз такого пятнышка розового и не хватает. Масса. Яркого. Да, но он как бы перекликается с левой стороной. Так, это у меня кто? Это у меня роза Джульетта. Роза Джульетта. Это срезка Остина. То есть Остин делал не только розы парковые, но еще и стал селекционером нескольких сортов для срезки, свадебные розы. Пошли по кругу. Так, это роза Мэри Роуз. Ну, она вот тут что-то как-то так себе. Так, вот это вот товарищ. Господи, товарищ, сейчас. Его забываю. Fisherman Friend. По цвету похож вообще на кого? На LD Brat White. Немножко. Нет, он все-таки больше малиновый. Да, нет, он не похож по цвету. Но в любом случае, очень колючий, дико колючий вообще. Ну, посмотрите. Да, шипы у него, конечно, жесткие. Он рядышком с... Господи, ну что у меня сегодня с памятью? Ну кто-то? Кто ты? Абрахам Дерби. Вот же знаю, как розу зовут. Ну знаю. Не подготовилась к экзамену. Суфлера нету. Угу. Абрахам Дерби. Красотка роза. Вот видите, она у меня вся завалилась. Так отцветает. Ой, смотри. Эти самые. Дождь из лепестков. Все. Теперь собрать в ванну. Да. Так, ну вот тут вот тоже падает. В принципе... Ну, боже, вот... что это? Это... Пломбирчики. Это масло 82% жирности сливочное. Видишь? А когда отцветает, 70% жирности. Это прям сегодняшнее мороженое, которое мы ели. Да. Прикольно, только без шоколада. Это тоже Остин Кавалертон Олд Холл. Вот, кстати, вот эти треугольники, видите? Вот можно к ним подвязывать. Вот. То есть получается, что у меня каждый куст в одном треугольнике, вот в этом. И, по идее, сюда можно подвязывать плети. Вот, по-разному. По треугольничкам. Да, но пока я ничего не подвязала. Опять ершон сходит. Я не понимаю. Это капуста. Ну, вроде же успели ж мы в этом году покосить-то эти одуванчики-то. Или они прилетели откуда-то. Ну, смотрите, ершом. Ой, капец. Так, а это Фальстаф. Вот на кого похож этот Fisherman Friend. На Фальстаф. Что-то он как-то быстро сконючился. Скопытился. Что-то, да. Фальстаф-то. Да. Ну вот, все, мы прошли по кругу. А, вот она, кстати, тоже такая же немножко, видишь?
Это Джудзи Обскюр. Я чувствую, что я начала терять голос. Друзья! Давай, ты сюда в середину. Да? Да. Друзья! О, прям! Сегодня вы стали свидетелем моего позора. Клумбы не полотые, розы не обрезанные. Что еще-то? В общем... Все, все отлично, позор. Идеально. Но розы шикарные. Оценка 5 с минусом. Минус за это? За бардак? Немного. Я больше так не буду. Я пойду в отпуск и все сделаю. Вот. И когда жара спадет, потому что на жаре у меня мозг плавится. Ну, у всех мозг плавится. Я показываю вам много сумасшедших кошек на фоне не замечается. Три кошки сумасшедшие носятся по участку. Из города приехали, они там в квартире просто впеклись, и у них здесь начался отрыв вообще. Друзья, я показываю вам, стараюсь показать вам максимум того, что имею. И без приукрас, без красивой картинки, без того, чтобы быстренько почистить там розочку и вот сегодня показать ее. Посмотрите, какая чудесная розочка. Я показываю вам такими, какие они есть. Я показываю вам свои болячки на розах. Я показываю вам желтые листочки, которые являются признаком, ну, либо хлороза, чего-то нехватки, либо там то, что листики розы скидывают. Может быть, воды не хватает, может быть, еще что-то. Но, тем не менее, говорю, что еще раз говорю, сад живой. Ребята, у вас не будет... Если вы хотите идеальных роз, если вы хотите идеальных роз, чтобы прям листва чистейшая, ни одного там засушенного лепесточка, все идеально, вам всем с цветочным магазином. Там в букетах продают идеальные розы, которые вырастили в теплице без, так сказать, ну, стерильных условий. Вот. Поэтому, если вы хотите живых настоящих роз, то они вот здесь в саду, в вашем саду. Живые настоящие розы только в вашем саду. За которыми вы будете наблюдать и жить вместе с ними, жить вместе я с их процессом. Я хрипла, все, выключай камеру.